сама. Смотри, Алена, на днях выпал снег, как ты заметила, долгожданный, да? Там что, если... Мы выехали покататься, да-да, здесь опасно, можно себе повредить руки, если на заведенную засунешь. И смотри, вот сюда попал снег, на скорости попали в сугробы, попал снег и забил вентилятор. И машина перегрелась, вентиляторы застопорились, пришлось, видишь, вырвать решетку вот так и провернуть его насильно. И, ну... Машина перегрелась, но все равно это Нива, и она как бы нас не оставила в горах. Мы доехали и что, можно сейчас поедем на одном вентиляторе и проверим, можно было или нельзя. Вот этот вентилятор сгорел, а этот работает. Азамат, пока ты мне тут рассказывал, камера уже здесь. Мы, в принципе, готовы начать наше путешествие с клубом Иронива, Айронива. Вот, дорогие зрители, вообще не важно, как называть Айронива, железный или Иронива. Суть от этого не меняется. И сегодня мы направляемся, куда мы едем? Мы едем в Джилахар. В одно интересное место, где когда-то, по легенде, проходили осетинские состязательные игры. Ну, посмотрим. Состязаться будет... На железных конях. Этого еще на Джилахаре не было. В путь, вперед, хорошего настроения. В новом сезоне участники проекта «Путешествие с Айрон Нива» продолжают посещать самые удивительные и красивые места Северного Кавказа и не только. Авторы проекта решили сделать программу еще интересней. Новые приключения, сюрпризы и самые неожиданные ведущие. Еле-еле вот так вот взбирается на эту гору. Желудочно-кишечный тракт. Теперь они не только рассказывают о творениях природы, но и принимают участие в приключенческих поисках спрятанного тайника. А самый внимательный зритель по традиции может выиграть приз от клуба «Айрон Нива» или оказаться в реальном путешествии. Но для этого нужно внимательно смотреть каждый выпуск. После программы принять участие в предложенном задании, выполнить его, а фото или видео ответ прислать в директ инстаграма клуба Айрон Нива. Что ж, впереди новое путешествие, которое уверенно обязательно чему-то научит. Не зря говорят, иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Сегодня к клубу присоединяются две Нивы. Будем называть их новичками. Посмотрим, смогут ли они вместе с ребятами преодолеть все препятствия на пути и доехать до Джилахара. Направляемся из города Владикавказ в город Алагир. Урочище Джилахар расположено в 9 километрах от селения Црау Алагирского района. Решение, как обычно, совместное. Просто мы перебирали те места, где мы не были, и это вот одно из тех мест, где мы... Ну, отдельно каждый там побывал, а вот совместно мы там еще не были. Поэтому решили поехать так. Там раньше проводили игры разного рода. Стрельба из лука там и всякие такие состязательного характера игры. И доедем до Алагира, потом от Алагира в Црау, и там какая-то дорога через лес. До этой поездки о Джилахаре многие из ребят только слышали. Да, это чудесное место, но дорога туда считается непростой, а в зимнее время довольно сложной и даже опасной.
Знаете как, сколько людей, столько и мнений. Да. Вот мы общались, кто-то говорил, вообще можно не напрягать, кто-то говорит, что не проедем. Но в этом весь интерес, надо же самим узнать. Я во дворе спрашиваю, закончится. Иначе в чем интерес? Посмотрим, да? Как обычно. Вот только начали кататься. Даже не только, наша первая совместная, нет, вторая совместная катушка. Выезд наш. Мы вот сюда приехали. И мы вот отсюда доехали, и нам уже жители, не езжайте. Ну, как не езжайте? Нам это как будто только она говорила, езжайте. Для нас это вот так вот. Типа, вы не проедете. Мы, да, вы что, на руках поднесем. И первая же машина застряла на первом же повороте. И часов 6 на это ушло, чтобы ее достать. Мы толком не знали, как это делается, что это делается. И вот... Проезжаем селение Црау. Оно расположено в северо-западной части Алагирского района по обоим берегам реки Црау-Дон. Селение было основано в октябре 1911 года. Сюда в основном переселялись из сел Верхний Унал, Верхний Сгид, Старый Низур и Тамиск. Говорят, что до переселения сюда горцев здесь были раскинуты дикие грушевые сады. Я поднимусь. Опять купание. Когда-то давно дорога была до самого Желахара. Ее даже периодически подновляли бульдозерами. Но со временем она постепенно начала приходить в упадок. Река Црау-Дон поменяла русло и разрушила ее окончательно. Дороги на сегодняшний день туда практически нету. В основном она проходит по реке. Причем сейчас зима. Много обледенелых мест, маршрут дается довольно сложно. Еще с учетом того, что у нас сегодня больше 10 машин, мы решили посетить это место, несмотря на трудности дороги, и показать всем, кто об этом не знает, кто здесь никогда не был. Как всегда, ребята действуют командой. Соблюдают определенную дистанцию и двигаются предельно аккуратно. Но в то же время весело и оптимистично. Это мощная страховка, особенно для новичков. А для путешествия гарантированный успех. Ереван туда? Вот туда прямо и вот налево вот здесь. Вот. А Тифлис? Тифлис направо. Направо. Ну сдай назад, я направо проеду, а? Да вот проеди так, поверни. Да, направо. Ну хорошо, ты постой, я потом приеду. А вот и первые препятствия. Под колесами машин то бурлит вода, то хлюпает практически непролазная грязь, размятая вездеходами колеи. Но все наблюдают. Нива на таких участках словно оживает и преображается. Она чувствует, это ее стихия. Поездка не проходит без поломок. Ломается чаще всего зеленая нива, которая не справляется с препятствиями. Ну, слишком легко едем, и мы решили поломать одну ниву, чтобы показать телезрителям, как надо чинить ниву. Давай твою назад толкнем, вот сейчас. Но рядом те, кто всегда поможет и устранит неисправность в машине. А еще и посоветуют, как двигаться дальше и как избежать неприятностей. Поверни колеса в другую сторону. Прямо сделай. Follow Герман. Прямо до упора, вон до Урбана. О, у вас решетка отвалилась, вы в курсе? Стой, подожди, Герман, давай еще.
Стой, Герман, подожди. Давай еще толкнем ее пока. Осторожно, отойди. На, ну выбрасывать здесь нельзя, надо закинуть ее. Давай, закинем. Так будем заводить, ключами или просто? Давай, 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 потихоньку. Хорош. Стой, 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 бампером упрешься. Вот отойди, ты оттуда отойди. Открой. Сколько ей? Год? Как он назвал? Крокодил Гена? Да. Оживили крокодила Гена. Южная Осетия, правильно едем, брат? Да, тогда мне туда, подожди. Давай, давай. Хорошая практика и предельная осторожность позволяют уверенно двигаться вброд и через глубокие лужи. Ведь глубина их может существенно плавать. Я говорю, вы поняли, что для проходимости на Ниве решетка – это помеха. А вот здесь мы сейчас, кажется, останемся без заднего бампера. Вода, а у него не работает? Да, у шлепера тоже такая. Наработал. Наработал. Не, если предохранители сгорели, он не заработает. А ну заведи-ка ее сейчас, подожди, заведи-ка ее, подожди. Я скорость маю, Фен. Они, если не заведенные, не зарабатывают. Эй, вы этот выпустили? Фалау, ахуши майка. Там почти пробка образовалась, видишь, сжался. Чуть-чуть, да. Наполовину, да. Наполовину. Да. Шабрга. Она остыла сейчас. Во-во-во-во, дымщик. Мои шуазы, я воздух шуазы, шабрга. Заводи. Давай, заводи. Без крышки прогони пока. С ребятами выиграли новички, те, которые желают просто с ними выиграть путешествие. Вот они, чуть-чуть поломка произошла. Валей почини. А ребята не бросают, да, ребят, тех, которые с ними выехали? Мы все вместе. Казус, что происходит? Доказательство тому, что это новичок, а не просто приглашенный. Да. Ну, он выбрал не ту траекторию, но мы сейчас его, как истинные тимуровцы, вытащим, отправим домой и скажем, больше не появляйся. Нет, шучу, на самом деле очень часто и ломаются, застревают машины по незнанию. Вот наглядный пример. Как правило, друзей все равно не бросают, да? Нет, да даже врагов мы не бросаем. Слава богу, у нас таких нету. Мы со всеми дружим. О, какой фонтан. Главное не терять оптимизма. И все. Как я похожа на тебя. Ты. Спасибо.
Этот трос не убирайте, я следующий. Справа аккуратность, это яма глубокая. А впереди река тем не временем. О, да. Здесь, оп. Это вот прям вот, ну вот это вот, зачем вот так делать, скажите мне, а? Вот это прям стыд и позор. Это кто был? Это нет, это она высохшая, она висит давно здесь, это ни в коем случае не наши ребята, мы наоборот. Респект тебе, Сослан. А что, да? Женя Дорфей тоже. Еще интересно, принимать стеклотару, никто не знает. Крокодил назад отъедет и не подъезжает, пока другой не выйдет. Толщина снежного покрова неожиданно увеличивается. Стой, Герман, подожди, сейчас перевернешься. Все, Хпери, вот мы и приехали. А, вот и езжай, сейчас посмотрим. Что вы скажете о происходящем? Я хочу домой. Некоторые машины не могут двигаться дальше. Назад вперед! Назад вперед! Чтобы освободить их от снежного плена, приходится работать лопатой. Откапывать колеса и удалять снег из-под заднего моста. Копаем. Там, говорит, золото упало. А чаще приходится раскачивать машины, стоя на бампере. Если подвеска работает и Нива качается, значит, машина еще не сидит на брюхе и можно попробовать выехать. Раскачку! Да все, давай вот за этого зацепим, все. Давай. Вперед, вперед. Давай, назад. Давай. Все вместе. Давай. Стой, подожди. Давай, вариант. Это сколько лошадей двигатель еще? Плюс. Хорошо. Петр, да? Вот смотрите, вот так ездят. Езжай, да. Вот так ездит не Ирон Нива. Марик, покажи, как Ирон Нива ездит. Очень аккуратно. Вот я это хотел. Это можно назвать преградой, это можно назвать глубокой лужей, а я это называю испытание на прочность. И как бы, как мы, насколько мы дружны, проверяем здесь. Вот у них есть одна болезнь. После таких водных процедур однозначно надо менять у нас масла в мостах, в раздатке. Это только с Нивами такое? Да, ну у них есть такая ахиллесова пята, ее назовем. Тряска по горной реке сменяется спокойствием тенистых.
По снегу не выдвигаются плавно, избегая пробуксовки колес. Они используют инерцию автомобиля и штурмуют препятствие сходу. Так удобнее преодолевать снежные заносы на дорогах и подниматься наверх. И здесь строго соблюдают необходимую дистанцию. Она должна быть в 2-3 раза больше, чем в летнее время. Это очень важно, так как в зимнюю пору даже молниеносная реакция оказывается недостаточной. Вот эти вещи, конечно, утомляют, когда вот по миллиметру ползешь, становится скучно. Резину спускать, зайдите, до одного минимума. Да, Герман, потому что тут наверху еще подъемы. Мы не хулиганим, наоборот. Где-то там подъем затяжной, а у меня резина грязевая, и в снегу она вообще не едет. Я как корова на льду. Акробатная. На самом деле дорога очень сложная. Даже Лохара ее практически нет. Едем то вброд реки, то какими-то препятствиями. Да и поверьте, здесь очень тепло. Я не знаю, с чем это связано. Даже слышу пение птиц. Здесь ручей самый чистый струится и поют полным голосом птицы, поверьте. Мы надеемся, что мы благополучно доедем до Желахара и покажем вам это место. И еще внимание, сегодня для вас, дорогие зрители, мы здесь, в Алагирском ущелье, будем прятать тайник. Так что смотрите нас до конца. Все впереди. Остается совсем немного. Рыхлость снега и лед под ним усугубляют ситуацию. На локово вас машина, ямба. Гуляй. И она выйдет. Ермай Ражмаса. Да, кошла за старте. Она ведь тут уж тебе надо. А, в раскачку, в раскачку, в раскачку. О, авто, о. Фало. Но вот в одно мгновение все прекращается. Река остается позади, деревья расступаются, и перед нами открывается большая поляна Желахар. С северной стороны урочища протекает река Маштидон, а с южной – Цраудон. Высота около 1500 метров над уровнем моря. Когда-то эта поляна была центром спортивных игр. Она известна еще с давних времен и упомянута в нартовских сказаниях. Здесь в старину состязались нарты в различных единоборствах, стрельбе из лука в цель, танцах. Желахар – это одновременно и простор, и свобода, и рай. Огромное поле тянется до самого горизонта, и где-то там, вдали, виднеется густой лес. Но у Желахара есть грустная тайна. Когда-то здесь жили люди, было поселение и фермы. Сейчас практически ничего не осталось. Природа забрала свое. Желахар.
harfa žinogė ir žyminėj, ši šeima žara grogė ir šyminėj. Эй, это дитах канарга, шижгарину аж до роди. Вот мы добрались до нашего пункта назначения, поляна Зилахар. У нас сегодня 13 машин, 13 экипажей. Ну вот если раньше на Зилахаре проходили состязательные игры, соревновались, вот вы... Так мы за этим и ехали, мы сейчас тоже организуем. Не без этого. А на железных конях можно? На железных конях и на живых конях сейчас поездим. Как оцениваешь дорогу? Остановись. Ну, дорогу, если откровенно говорят, по мне и вот по тем, кто не первый раз выезжает, такая средненькая, интересная. По сложности по 5-бальной 3 балла, не больше. По красоте все 5, нельзя обманывать, посмотрите, как красиво. На поляне Зилахар ребята состязались по-своему, на железных конях. А потом игрой в снежки, как в детстве. А что, забавно. Проигравших нет, есть наказанные. Сначала об дерево его. Зилахар проводил нас своим спокойствием и умиротворением. Мы лишь окинули прощальным взглядом большую поляну и отправились дальше. Ведь впереди еще столько всего интересного. На самом деле они не такие мастера вождения. Сейчас я всех страхую вот эту. Она их вдохновляет, когда их берет. Плачет, рост по тебе плачет. Итак, традиционно.
традиционно клуб «Бюро Нива» разыгрывает для вас, дорогие зрители, призы. Сегодня у нас вот такая вещь. Что там внутри, узнает тот, кто найдет этот тайник. А тайник мы прячем сегодня в рамках этой программы, этого выпуска. Итак, Сослан, даем локацию. На сей раз мы спрячем эту вещь в Алагирском районе, поселок Томиск. Добавим по санаторий Томиск. У этого санатория есть телефонная вышка. Она одна единственная, не ошибетесь. За этой телефонной вышкой есть развалина. Вот в одном вот из уголков. Там где-то мы все и спрячем. Ну все, мой номер вы знаете. Подсказки стоят недешево. Я сказал, мой номер вы знаете, подсказки стоят недешево. Итак, Суслан, тайник есть. А мы напоминаем, тот, кто найдет тайник и отправит в директ инстаграма клуба Аэронива фото или видео находки, станет победителем. И обязательно нужно снять весь процесс того, как вы нашли тайник, чтобы мы это показали в одной из наших программ. Итак, дерзайте, удачи. Удачи, и мы счастливы. Поехали, холодно. Ну да, это вот кто-то курей перевозит, у него тоже наш канал. Японцы тоже с нами, походу. Ну, в очередной раз ребята взяли с собой новичков, так вы их называете? Приглашенно. Это сейчас он мой конкурент, да? Да, да. Да, держись, крепись. Мой номер 8-928. Работает, работает. Лучше с Украины быть. Или с гора. Работает? Работает оно? Добрый вечер, уважаемые любители спорта. С вами Георгий Черданцев и Анита Цой. Ты будешь Анита Цой сегодня. Тесть. Показали? Нет, еще раз. Как говорят таксисты московские, дорогу покажешь, вот я вам покажу дорогу. Я посмотрю, как мне проехать. Махо! Ты так иди как-то оптимистично, что ли? Ты как это идешь? Славик, вот тут всю дорогу вопрос. Если у тебя 3-3-3, а 2-2 почему говорят? Записывайся. Давай, давай. А рация для чего вам? Для того же, для чего и мозги. Значит, не для чего. Сейчас мы молимся и пытаемся. Сейчас еще лучше наговорю, да? Да? Быстро, да. Быстро. Давай. Итак, Сослан. Шип колпак не покал. Иронива, сила! Иронива, вперед! Ага. Успокойся. А ты при чем? Смотрите в следующей программе. Все самое лучшее и все то, что осталось за кадром проекта путешествия с Аэронива в одном специальном выпуске. Клубу Аэронива 3 года. Путешествия продолжаются. Болгарский сладкий пилят. Любви на всей земле добавили. Ждите нас, скоро будем. Я сейчас завожусь уже. Заведенная.